Все, ковыряй сам теперь его. Скажи мне теперь, помоги мне, Винсент! А, Винсент, помоги мне, говори давай еще. А я такой, что? Нет, не знаю, иди ты в жопу. И буду ходить тут по лужайке. Давай, come on, man. Ну мы друзьями же были, помнишь? В третьем классе. О, да. Видел, видел, сколько сил было приложено? Да. Сенатор Уильямс выступит с заявлением на завтрашней сессии. Местные новости. Полиция все еще в полной боеготовности после дерзкого побега из тюрьмы 2 дня назад. Дерзкий парень. Беглецы все еще на свободе и считаются очень опасными. А мы в чью-то хату, халупы в чью-то пришли. Полиция штата... Ой, там ружье за столом лежит. Вызывает каждого законопослушного в радиусе 50 миль, короче, да. Не волнуйся, дорогая, если эти двое появятся, они будут у тебя дело со старой доброй Бетси. Эй, а, это твой. Ты спятил? Они же старики, так нельзя. Да и не об этом, братан. Мы их свяжем или типа того. Нам нужно сменить одежду, а мы не можем в таком виде разгуливать. Лучше выманить их из дому. Ну что ты предлагаешь? Видишь амбар вон там? Ну? Выпустим лошадей. Выпустим лошадей? И чем это поможет? Увидишь. Они точно пойдут их ловить. Не знаю, братан. Ну блин, нет, я не хочу, короче, устраивать. Я бы их кокнул. Нет, он имеет в виду связать их, ты чё? Блин, ну старики. Я законопослушный. Я вообще сижу ни за что, короче. Вот, понимаешь, есть вероятность... Чат! Есть вероятность, что... Мы можем вас не послушать, конечно, но пусть у вас будет ощущение, что вы на что-то влияете. Подожди, ну смотри, если мы выпустим лошадей, есть вероятность, что он возьмется за ружье. Угу. И начнут в нас палить. А если мы их сразу устраним, то будет минимальный риск того, что в нас пальнут. Ну блин. Не, ну логика есть, конечно, да. Маш, хочешь на лошадей посмотреть? Как там это называется? Спирит душа прерий. Что вы от них хотите? От кого-то лошадей? Мясо хотим. Мы же голодные. Канины пожрать. А от людей? Лошадей выпустим. Народ голосует за лошадей. Давай не послушаем в этот раз и устраним стариков. Это будет дерзко. Это будет слишком дерзко. Мы один раз послушали, один раз не послушаем. Давай для прикола. Пошли. Окей. Деды, простите. Я понимаю, что альтруист... Ладно, парадная дверь должна быть с другой стороны. Выбрать лошадей. Ага, давай, пойдем. Все, отписываюсь. А, то есть лошадку кокнуть это нормальная тема, да? Можно залезть по этой штуке, нифига себе! А можно я тоже залезть? А хотя нет, подожди. Страйк, Лёша! Оу! А я в дом. Вот как мы получили страйк! Слушай, а я в хату зайду. Давай, нормас. О, я в ванной! Короче, все, я тут помоюсь пока. В туалет нормально схожу. Опять попахивает, знаешь, отсылка к Люди Икс Росомаха. Ты же похож на Джея. Я могу бросить какую-то штуку со стены. Зеркало бросить могу, они отвлекутся. Разбить горшок с цветами могу. Я не могу еще ближе подойти. Или могу? Блин, у меня очень, короче, высокий риск того, что меня могут спалить. На горшок сходить можешь предложить. Блин. О май гад! О май гад! Зачем ты туда пошел? Я хотел спеть. Как в индийском фильме? А мы можем теперь лошадей выбрать? Нет, уже все. Нет, ну давай уж, все, выбрали, выбрали. Ну что, полезешь теперь? Хочешь наверх? Нет, мне интересно все-таки тема с домом. Давай я закину в них какой-нибудь горшок. Позвонить в дверь можно, смотри. Давай, звони. А они сейчас зайдут. Обидно было вообще. Маша, да, чё, Маша, чё ты жестишь? Я могу разбить горшок здесь. Someone's at the door. Мы никого не ждем. Я мог бы схватить старушку, пока Лео их отвлекает. Да, давай, давай. Блин. Потому что он стоит как дурачок. Я не могу двигаться. Get your hands off her. Ага. Спасибо за дробаш. У-у-у.
you're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down, you're gonna be fine. Вот смотри, Шмель пишет, Маша, давай поспокойнись. Calm down, Мария, calm down. Мы не причиним вам вреда, я обещаю. Чёртовы преступники! Шкафом задвинули. А как они выйдут? Как у него ружье держится за спиной? А, все, привязан. Я думал, как GTA. Никто не знает, кто такой Игорь, кстати. Да, я не знаю. Игорь тоже. Просто какой-то чувак. Здесь есть Лёша. Воу-воу-воу-воу! Блин, почему шляпы не нравились? Блин, а розовенькую можно было. Розовенькую я тебе оставил, короче. Подожди, я не могу ее взять. А, черт, надо было розовенькую брать. Он повесил обратно ее. Прикололся, что ли? Смотри, смотри, что я делать буду. Ну зачем? Смотри, как я выгляжу шикарно. По-моему, тебя никто не узнает. Вообще. О, смотри, тут склад одежды, можно сменить ее. Все, я пошел. Переодеваться. Так, не подглядывай. Так, так, так. Подглядывай, шелудишка. Опа, знаешь, что я буду что делать? О, приоделся. Все разломал, короче, карточный домик хотел построить. Все сломал. Ты, между прочим, наверное, завалил ачивку. Тут же начнем сначала. Ачивки же за херню здесь дают. А я, пожалуй, спать лягу. Видимо, новая крутая модель. Нет, он не... О, Маш, смотри, специально для тебя. Курсы кройки и шитья. Оп, видишь, как надо. Раз, 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 так, раз. Сейчас сделаем косплей на Винсента. Короче, друзья, сегодня в прямом эфире шьем косплей. Не знаю, на что. На. Не показалось ли 5 зрителей тебе? Не показалось! Привет, чуваки. Йоу-йоу-йоу, мы тут это самое... Сбежали из тюрьмы, и сейчас пытаемся переодеться. В том анекдоте, сбежали зэки с зоны, да? У меня, у моей бабушки была такая. Да, мы роемся в... Сразу стало 3 зрителя. Они такие, блин, они нас заметили, короче. Все, оставайся там. Я не понимаю, зачем он крутит эту... балбесину. Ну вообще мы вандалы, я тебе скажу. А у моей мамы была больше. Я не знаю, что имеет в виду Машу, но у ее мамы была больше. Вопросов нет. Мы поняли. Так, друзья. Что еще? Сменить одежду, найти машину. О, как всегда неотразим. Это точно мой персонаж. Да-да-да. Шутки про мамок. Блин, я тоже хочу. А ты на втором этаже одежду нашел? Да. Заходи сюда. О-о-о, это где ванны? А ванны же. Ванны даже это переоделись. У меня мешки под глазами начинают появляться. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, ты сказал, что ты неотразима, а я говорю, у меня мешки под глазами. Это точно, короче. Заходи, мы правильно. Да, заходи налево. Вот. Ого, у них. Нифига себе одежды у стариков! Стариканы модники. Сейчас я буду так. О! А я уже переоделся. Я конечно, заглянул к нему, но мне не пустят туда. Я какой-то, смотри, как старый... Тебе не хватает розовой шляпки, мне кажется. Ну, тебе, кстати, неплохо шляп. Ну, потому что у него шмот сейчас располагает. Он повесил ее все равно. Но он все равно не розовую примерь. Нет. Примерь. Это ты бреешь ноги, а не я. Это вот в тюрьме были такие удобные. Этот тоже хочет шить научиться, прикинь. А я сижу на кровати, мне ништяк. Так, ладно, я сваливаю отсюда. Смотри, Машка, я борзая. У нас, между прочим, задача найти так. Шатики. Охладите траханье. О, тут телек есть. Мы пришли старикам в дом покрутить их шарманку, шкатулку. Да, мы еще и на швейной машинке их повышивали. Оделись в их шмотки. Сейчас сядем смотреть их телек. Вот-вот. Короче, это... Я уже сел. Нет. Все, садись в кресло. Мы такие, типа, знаешь, старые гей-фэмили. Братан, холодная бы сейчас, да? Да, вообще хорошо. А, ну что, а мы так и сидим, в общем, смотрим телек. Что показывают сегодня по телеку? Эти чуваки знают, чего мы хотим. Опять Киселев. Да, переключай.
в ядерный радиоактивный пепел! Фу, это там что, стрим показывает от Зуйко Леореса? Фу, выключай, идем дальше. Нахрен вот это. Смотри, я вообще наглею, я огонь гавкаю, сейчас камин растопим. Типа, знаешь, мы вас связали, мы сейчас... Создадим атмосферу, он говорит, понимаешь? Не нравится? Мы вас связали, мы сейчас одежду возьмем и уйдем. Я камин разжег, брат, приходи. Ну давай хоть погреемся, что ли. Слушай, подожди, а не хочешь чайку попить, а? Да, конечно. Так, ну где симулятор? О, играть на банджо! Да? Ну все. Так, тихо. Легко, нормально сложно, невероятно сложно. Давай начнем с невероятно сложно. Не, ну я это с нормально начну. Ну, окей. Я типа... А, я мазила. Я просто красавчик. You ready? Yeah. Okay. That's good. That's good. Отлично. Yeah, right. Yeah. Come on, Vincent. Давай, Винсент, зажигай. А тем временем старики. Старики там вообще тут. Что они делают, господи? А, да, звучит отлично. О, детка! О, да! Неплохо, я знал, что это крут. Что я могу сказать? Я умею удивлять. Я уже вижу. И все остальные тоже. Я просто поражаюсь тут про наглость. Приз получишь, этих двух зэков. Посмотрим, если у них что почитать, говорит. Ну выбирай там книжку, садись, я сейчас прогуляюсь в квартирке чуть-чуть. Он что-то посмотрю. Очень долго выбирает книжку, а выбора не дают. О, есть телефон? Позвони. Копом. Телефон. Тут ко мне нагрянули два старика. Мы их связали и посадили в тюрьму. Быстро приезжайте. Они не знают играть мне на банджо. О, привет, это Стив? Нет? Роб? Нет? Ну, сейчас еще кого-то наберу. Телефонный пранк устроим еще сейчас. Наконец-то свет. Добрый день, большую пиццу и большую пепперони, пожалуйста. Спасибо. Господи, так, но нам теперь придется ждать пиццы, как бы, понимаешь? Мы заказали. А давай старикам тоже что-нибудь возьмем. Не, ну старики это самое, они нам угрожали. Пусть сидят и голодают. Окей. Блин, игра года просто. О, холодос можно открыть. Давай. Так, а я куда позвоню, интересно? Так, ну, почему бы не бухнуть? Чего он там выпил, хрен его поймешь? Алло? Винсент, это ты? Повесил трубку. Ты что за крепота сейчас была? Я, короче, мне... Он кому-то позвонил, своему, походу. Жене, что ли? Проклятая война. Что война? У него какая-то деменция началась, что ли? Там это самое, Вьетнам написано. Ну, свеженькая. Газетка. Печенье съел. Вьетнам, да? А, да, Вьетнам. Ох, флешбеки. Помогу им помыть посуду. О, смотри, тут еще есть ружье. Слышь, я им посуду мою. Тут еще ружье есть, иди быстрее сюда. Тихо, подожди. Вы у них поживите еще, когда еда закончится, уезжайте. И шучайте. Погодите, тут столько... Да можно всего сделать. Я вот посуду мою, короче, у дедов. Ну, типа, ну, надо как-то задобрить их, да? Да, ну... Как бы мы у них пожили, тут что-то тут и пошукали. Еще есть ружье. Черт, здоровенная пушка. Да ладно! Телевизор! Телевизор хренач! Только отойди как-то нормально. Я не могу двигаться. Че, подожди, меня застрели, я подойду. Так, а че мой... Давай хоть в ногу, но жалко тебя. Ну, блин. Сейчас в телек попробую. Есть у них что-нибудь хорошее? Не, в лампу, сейчас попробую. Ты вкалывать надо? А, не работает, слышь. Ну, это пиво, наверное, долго простояло открыто. Я думал, сейчас я...
что-нибудь. Кого-нибудь. Ну ладно. Ну-ка в меня стрельни. Да не могу, он у него... Да подожди, ну вдруг какая-то сцена будет, он что-нибудь скажет. Сейчас я подойду. Давай, в голову прям. Ну, стой на месте. Да все, все. Говно, а не пушка. Слушай, ну, мне кажется, мы уже здесь все, что можно, посмотрели. Тихо, я музыку слушаю. Это этот новый трек этого, господи, какого. Скриптонита. Здесь вот радио есть нормальное, человеческое. Тут пластинка Скриптонита. Чувак, вырубай ты дерьмо. Так. Не могу поверить, что их использовали во время войны. А, ну поэтому она не работает. Я знал, что это просто украшение. Я даже целиться не стал. Вон, я цивильный человек, сейчас руки помою. Садись давай перед телеком. Да погоди, у меня тут важное дело. Ох, как же я соскучился по радостным. Можно каналы переключать? Давай это... Ой, ясно. Канал для Netflix. А, Netflix. Дважды два. Я бы посмотрел дважды два. Прикинь, мы сидим тут у дедов и мультики смотрим, короче. Ладно, я пойду спать, всем пока. Пока, Шмель. Давай, давай. Было круто. Ты пропускаешь самое интересное. Да, придется досматривать на ютубчике это потом дело. Может быть. О, старец, устал совсем. Присаживайся, да-да-да. Присаживайся, брат. Составляю тебе компанию. Да, на старости лет. Пожрите у них, говорят. Вот я... О, нормас, нормас. Этот парень знает, как расслабиться. Да, да. Интересно, а дадут какую-нибудь ачивку за то, что мы сидим так вот, тепло и уютно и смотрим? Учитывая, что здесь просто дают бесполезные ачивки. Ну, ачивы приятно все равно. Ну, ладно. У камина и телека. Ну что, найти машину надо, все еще. Я пойду этим заниматься. Я пока сиди и смотри телек. Это какие-то горшки. Ладно, ладно, я сейчас что-нибудь сделаю. Горшки. У деда вот стопудово в таком каноничном домике, знаешь, таком лубочном. А давай лучше деда выпустим. Стопудов должен быть пикап. Так мы тачку ищем в любом случае. Вот стопудов у этого деда с ружьем должен быть пикап. Давай сначала лошадей выпустим. Хорошо, давай, выпускаем лошадей. Че, их нету вообще? Где лошадь? А, вон они. Давай на них сбежим. Нахрена, нахрена нам машина? Привет, приятель, хочешь сена? Я лошадку, вот! Лошадку погладить, а не выпускать. Мне какая-то злая. Да ты просто сам чмошь. А, не, все нормально. Ты просто сам чмошь. Да у него шнобель, как у лошади, они должны узнать друг друга. Чего они не разрешают тебе гулять такой теплый день, а? Смотри, как она меня любит сразу, видишь? И та любит, и эта любит. Ноги а ты просто какой-то... Да, да. Ну, неприятно лошади, когда на ней скачешь и колешь ее ногами волосатыми. Ну да, да, логично, да. Я какой-то знаток, черт возьми. Мне не нравится, куда заходит это. Так, на втором этаже... Этот разговор. Похоже, фонарь сломан. Посмотрим, смогу ли я его починить? Ну, сейчас самое время. Ну, как бы нас никто не ищет. Почему, да, да, почему да. бы не починить фонарик? Слушай, они прям, мне кажется, обосновались у них, у дедов. Такая, знаешь, традиционная гейская семья. Да-да-да. Все, оставайся там. Я... А, наоборот, я раскрыл широко. А лошадей-то выпустить вообще никак нельзя, да? Коровки! Нифига себе. Еще и коровы. Ты красивая животинка, да? Вот у нас коровый роман уже, между прочим. Ты отходишь на второй план, чувак. Да, его животные не любят. Кого-то мне это напоминает. А что наверху там, кстати, было? Ты я курочек дошел, сейчас гонять буду. Вот бы их в жареном виде сказал. Что ты творишь? Let me give you a boost. Да.
Винсент, смотри сюда! Летающая курица! Винсент! Вот придурок, думает Винсент. Нахрена я его с собой взял? Еееем! Маш, смотри, заценила в чате. Говорит, что, говорит, так можно, они летают. Но они парят. Да, на самом деле, если их да. Подожди, я у них еще яйца не спер. Мара всегда, когда кому-нибудь приходит домой, первое, что он делает, это тырит яйца. Да погоди, погоди, сейчас что-нибудь найдем. Берегитесь этого чувака. Я свинью нашел. Так, лети отсюда. Блин, вот это интерактив, вот это я понимаю. Че, наслаждайтесь жизнью, а? А, черт. Я думал, она на голову мне приземлится. Я вижу тебя. Привет, свинка. А ты можешь на нее сесть? Я бы прокатился, да. А свинью можно также подкинуть? Интересно, как она полетит. Если она упадет, она в бекон превратится. Сразу? Жалко, знаешь, что, короче, свиньи это не дают бекон. Я помню, в какой-то игре мобильный. Типа, пахнет дерьмом. В какой-то мобильной игре, я помню, свиньи давали бекон каждый день. То есть просто есть свинья, и она дает бекон. То есть вот так ты приходишь и берешь у нее бекон просто. Да хватит лапать свиней. Не могу понять, что не делать вкусный бекон. Этот парень шарит. Да уж. Блин, я еще курей не кидал. Ты нормальный вообще, Я захлопну перед тобой дверь. Ты не оставил мне выбора. А что мой будет? Привет, не одолжите яиц? А он не кидает куриц, видишь? Ты просто рукой отпугиваешь. Ты ему пощечину дал, такой. Иди отсюда. Эй, курица. Иди сюда. Она такая, ух, какой мужчина. Винсент. Винсент Иванович. О, нифига себе, меня через забор портануло. Я вышку нашел. Меня через забор телепортировало. Вышку? Короче, чувак, мне жить надоело. Не, брат, ну слушай, ну не так все плохо. Не так все плохо. Он же еще боится высоты. Не так все плохо, чувак, не надо. Don't do it, man. Don't do it, man. Life is perfect. Какого черта я сюда залез? Самый гениальный вопрос. Я тащу лестницу. Я не знаю, куда ее можно деть. Но я могу куда-то скрывать. Погоди, я сейчас буду крутить ее. Блин, придурки на ферме, господи, что это за деревня дураков? Слушай, а нахрена вообще нам дальше куда-то идти? Давай здесь останемся. Интересно, игра. Здесь дохрена интерактива. Да-да-да. А куда я лестницу тащу? Просто вот чувак заходит к нам на стрим на секунду, один чувак носит лестницу, другой крутит самую ветряную мельницу. Симулятор веселая ферма, друзья. Сегодня в эфире у нас, как он, Stardew Valley. HD Edition. О, господи. Сейчас, погоди, я ее докручу. Давай. А я смотри, куда залез. На самый верх. Ты что ты там забыл? Скажи мне. Я не знаю, что я там забыл, но даже... А мы там были, кстати. Ладно, теперь нужно выпустить лошадей. Ну да, надо было сразу это сделать. Мы всем нужны. Это просто никто про нас не знает. Да. Не лишай нас надежды. Ну, вот именно, да. А как выпустить лошадок-то? Я думаю... Блин, нахрена я эту лестницу приставил? В смысле не надо выпускать? Ты первый, кто крикнул это. Ты прям, да, выпускайте лошадей! Только не трогайте стариков! Где старики-то? Я пойду стариков проверю, короче. Норм идея? Ты думаешь, они все там? Ну, вдруг они уже там старый дед. Ты не хочешь с тобой дружить, и так понятно же. Не, нормально. Она типа такая сначала нет, а потом да. А, то есть такая, да, непостоянная женщина такая.
Сначала губы ее говорили нет, нет, а глаза да, да. Слушай, их, по-моему, никак не может. Я уже все перепробовал. Может, поможешь? Понятно. Тебе... А, давай тебе помогу. Куда ты? Че ты? Я там у тракторов. Трактор давай, спи. Да, угоним. Да, да, угоним. Сейчас я тебя найду. Друган! Блин, а что с трактором можно сделать? О, нифига себе, канистра бензина. Наверняка там немного осталось. Мне кажется, это для тачки. У нас же задание найти тачку. Смотри, какая канистра офигительная. Я предполагаю, что это для машины. Ты верно предполагаешь, но я хочу еще в гараже осмотреться. Ой, какой сад. Здесь будет город-сад. Я открыл себе дверь. Так, а на верстаке ничего нельзя сделать? Обидка. Ой, а там что? Ты трактор-то нашел? Не. Слабак. Я потерялся. Шлабак. Я что-то другое нашел. О, правильно, иди туда. А, вот, ну вот. Друг! Я тебе бензин. Вы же у них капец огромная территория, да? Вообще какой-то супер-мега-ранчо. Давай открывать гараж. Бензин я принес. Давай откроем гараж. Так и быть. Эй, Уинсон! Это Лео. Ты Винсент. О, катсцена. Там тачка, скорее всего. Прикинь, там танк. Я же говорил, что пикап. Не так уж оно плохо. В смысле? Что значит не так уж и плохо? Да здесь даже колеса не хватает. Ты чё, тут наверняка где-то должно быть запасное. Ну, надейтесь. Ну, не знаю, братан. Но все равно выбора нет. Лучше уж так, чем пешком идти. Давай починим его, быстро отсюда уберемся. Ай, ну ладно. Прикинь, сейчас симулятор сборки тачки начнется. Охренеть. Починить пикап. Нам нужно новое колесо. О, я лом нашел. Надо поискать, чем машину приподнять. Ну, по этой штуке можно... Да, это симулятор автомеханика. Огонь. Этим можно закрепить колесо. Нашел гаечный ключ. А вот этим, наверное, поднять тачку, ломом вот этим. Давай, попробуй. Так, погоди, нам нужно колесо найти. Вон, поднять, да. Давай. Так а нахрена его сейчас поднимать? Рычаг, давай, давай, давай. Поднимай. Удерживай. Ну и чё? И чё? Сейчас, стоп. А что ты будешь делать? Колеса-то нету. Не знаю. Ну ладно, я хоть лом вставил. Так, аккумулятор, похоже, разряжен. Походу, машина. Мы не соберем это, да? Да, 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 это вот реально. Давай просто подойдем к старикам, выбьем из них информацию. Где колесо от машины? Где детонатор? Рэйчел, Рэйчел. Я вижу колесо. Главный персонаж видит, а я ни хрена не вижу, где это колесо. Блин. Проблема, чувак, проблема. Что это? О, лебедка. Нахрена? Кран. Чё? Чувак, я не знаю, зачем это. Чё? Давай включать мозги. А, я понял, можно переместиться на ту сторону. Иди сюда. Я тебя подсажу. Так. Давай, поднимайся, и ты типа на ту сторону уйдешь. Типа на крышке уеду? Ага. Ты нормальный вообще? Давай. Оп! Поехали. А можно отпустить? Блин, нельзя. Тебе лишь бы сдохнуть, а? Не, ну это прикольно. Я бы выстрелили из меня в ружье, да? Сейчас старики пробьются, говорит. Знаешь, как зомби такие. Бэм! Бэм! А может они там уже умерли, кстати, и превратились в зомби? Ты нашел колесо. Е! Е, бро! Только ты нашел не колесо, а шину. Ну ладно. Сойдет. А вот и колесо. Ну правильно, нахрена таскать? Тогда и я тоже не нужен уже. А я как слезу, А, точно. Братан! На крючке меня обратно. Может ты там останешься? Стой, подожди, я могу спрыгнуть просто. Ну, вот, видишь. Уии! А я тоже хочу так. Что, покататься на крючке хотел? Я так хочу спрыгнуть, о, могу. Нормально. Еее! Все, я взял колесо. Давай, я поднимаю, так ты начинаешь работать. Да.
Хотя нам в любом случае еще надо будет залить бензин, судя по всему, и аккумулятор зарядить. Налить колесо. Сейчас уж короткий перерыв. Я вернусь. Все. Don't leave me. Там никого не осталось? Не, сидят. Сидят? Винсент и Лео? На самом деле интереснее смотреть, как мы не играем. А, там три человека! Нифига себе! Три человека! Как только мы, смотри, поставили игру на паузу... Это намного интереснее, чем смотреть, как мы играем. Тут же экран паузы. Всем привет, ребята. Мы здесь сегодня пытаемся совершать побег из тюрьмы. На самом деле, из самой тюрьмы мы уже убежали. Осталось найти гаечный ключ и закрепить болты. Нет, общем... как сказать, мы не совсем... мы убежали из одной тюрьмы и пришли в другую. Из этой тюрьмы тоже непросто выбраться. Я прикручиваю колесо. Мы связали двух стариков в домике фермерском. И теперь мы крутим гайки, крутим. Смотри, я прикручиваю винты. Я стою и слежу, как ты это делаешь. Ага. Окей, done. Зачем-то? Ну, так я могу поднимать с этим делом. Давай, поднимай. Думаю, надо убирай. Поднять. Ну, убирай, нажимай. Все? У меня просто зрительно на экране, я вообще не показалось, что не поднялась тачка. Отлично, теперь машина 4 колеса. Толкай. Неплохо для начала. Я могу толкнуть. Давай, толкай. Погоди, а хрен ли мы сделаем без аккумулятора и бензина? Ну, мы, по крайней мере, на улицу вылезем ее, там светло. А, ну ладно. Это твоя была идея. Ты зачем отпустил? А, ну все не так плохо, на самом деле. Ну, я говорю, ты зачем отпустил? Я не отпускал, а ты? Надо придумать, где взять аккумулятор. Ну, либо зарядить старый аккумулятор. Бензос есть у нас. Сейчас зальем. Ну, давай, да, проверим. Наполнить бак? Отлично. Давай вообще проверим, можно ли на ней въехать. Ты посмотри, как он хитро наливает, прям так. Нам должны дать подсказку по поводу аккумулятора, по-любому. Починить пикап. Бензин залит. Интересно, заведется ли? Ну, вообще, полки еще не должны. Ну, мы могли с толкача вообще завести. Рубить дрова. Ну, я это самое, нашел себе занятие. Давай, окей. Пока я пытаюсь завести машину... Я тут делом занимаюсь, понимаете? Не заведется. Ну потому что аккум. Вот если бы мы ее с толкача с этой, тогда, когда кинули уже с бензином, еще дернуть зажигание. Вот, кстати, хорошая идея. А давай попробуем ее толкнуть обратно затолкать? Да, ты что, прикалываешься? Ну если это возможно. А ведь можно, да? Нет, это открыть. Давай посмотрим, что он будет говорить по поводу аккумулятора. У нас есть трактор. Может, трактор может его прикурить? Садись в тачку. Прям просто прикуриватель? Да. Давай. Вот черт! Согласен, дорогая моя. Это рухлядь на самом деле заработала. Я же говорил. А, ты сказал правду. Ну, я говорил, но ты все равно сомневался. Иногда надо просто поверить, Лео! Просто поверить! Давай выбираться отсюда. Да как они выбрались? Не знаю, это давно было. Нам срочно нужна ваша помощь, офицер! Быстрее, а надеюсь, они ружье хотя бы... А что он там делает, старик? Полиция уже едет! Да, они будут здесь через минуту. Я займусь ими. Стой. Ничего, не, самое все будет нормально, у него револьвер, блин, ну тут будет красиво. Эй, разные мерзавцы! Блин! У меня дробовик есть. Блин! У него всего 6 пуль, не переживай! Я слышал 3 выстрела, да? Да, я тоже 3. 4, 5, 6! Еееее! 6 пуль, да! Старость не радость. Прицел немного скосился. Да, он уже и ствол не тот уже у деда. Это жена подтвердит. Ну что ж, мы выбрались, это было тяжело. Да. Здесь было слишком много соблазна. Из дома стариков было сложнее всего. Слишком много соблазна. Мне кажется, стариков надо отдельной серией прям потом в запись закидывать. Вот этот дом стариков эпизод. Я бы, кстати, переиграл бы моменты, где есть вариативность. Ну вот, выпустить лошадей. Мне интересно, как бы...
Ну, потом можно сцену, да, будет это начать заново. Мне интересно, как бы было бы, если бы поступили бы так. Эй, Винсент, копы близко поднажми, кричишь ты. Я говорю, да. Я понимаю, мои диалоги, мне их немного. Эта развалюха может ехать быстрее? Сядь на место, Лео, пока не свалился. Ну, понеслась. Так, я стреляю, ты едешь. О, вот это вот то, что нужно. Ого, копы, копы! Грязные копы, я не дамся вам живым! Ну так не, ну так не бывает, ребята, ну так не бывает. Я буквально... Вот так! Только что из аварии, я видел как... Ой. У него бесконечные патроны, мне это нравится. У него бесконечная жизнь, походу, потому что я лоб-лоб врезался в тачку и хоть бы хны вообще. Что, флешбеки, да? Флешбеки. Флешбеки, опять ДТП. Да, черт, ни хрена, смотри, что тут. Так, сейчас я... Нет, это нормальный парень, а вот это плохой парень. Водителя стреляй. Так я что делаю? Сейчас он уже горит. Как в GTA он должен взорваться. Так, я перезаряжаюсь. Ёлки-палки! Вот сейчас флешбеки, реально, короче, вот реально страшные флешбеки. Как у тебя это получилось? Твою маговку, это реально страшно. О, фу. Это было очень страшно. Так, коп подъехал. Коп едет прям как из Форсажа. Это вот Вин Дизель был тот, что. Не-не, это Уэйн Скала Джонсон был копом, да, типа. Уэйн. Да. Матерь божья! Ты можешь рулить нормально, слышишь? Прости, Лео. Ты за две жизни отвечаешь, я тут вообще-то чего упаду. Мне как тебе помочь? Да не, все нормально, я залез. А то я могу остановить машину, если хочешь. Ну вот, тебя сейчас остановили. Посмотри, как. Сейчас я его вырублю. Спасибо. Блин, это круто. Знаешь, попахи а таким. Ты больше любишь гонять или стрелять? Таким деревенским экшеном, да? Да. Каждый, знаешь, обычная такая жизнь. Не, я бы и порулил, кстати. Ой. Сколько этих копов? Ну ты вообще играешь, да, в гонке на компе, на концерт? Очень редко. Ну то есть раньше были крутые. Burnout, Paradise City, моя любимая вообще. Даже FPS, ну, я ее обожал. Underground 2, Most Wanted, это самые именитые части. Есть прекрасная игра с машинами, называется Кармагеддон. Слышал о ней? Вот это слышал. Охренеть. Давил там людей. Ой, как можно было красиво слева уехать. О, вот это вот сейчас мастерское вождение было. О! Не хватает, знаешь, комментатора какого-нибудь с вертолета. Да. По водичке прокатились еще сейчас для разнообразия. Слушай, для старого пикапа он очень даже дерзкий. Он весьма шустрый вообще, да. Оу, ще! Ну, надо было задавить, ну, ай, блин. Офигеть, вот это экшончик завезли. Ребята. I'm trying my best, god damn it! Он говорит как старпом такой, знаешь, заправский. Мне кажется, просто когда в любой ситуации будет. Ой. Любой человек он будет так разговаривать. О, хорошо оторвались. Ёшкин! Шипы! Такой молодой, знаешь, коп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да вообще как ты там удержался? Женщина-коп. Можно, пожалуйста, давай меня рисуй? Я сдамся только женщине! Беги! Блин, они такие смешные, когда бегают. Отдамся в руки симпатичной полицейки. О, лодка! Гениально! Давай, ну я что, я это и пытаюсь сделать. Серьезно? Ну типа мы сейчас не были свободной мишенью. Да, вообще. И у них внезапно кончились патроны. Они просто перестали стрелять. Они хотят забежать, не будем их трогать. Лодка! Они берут лодку! Они такие, знаешь, у них от наглости прям... Лодка казенная, не стреляй!
Сейчас будет Покахонтас. Куда нас река приведет? Понятия не имею, но чем дальше, тем лучше. А, думаю, ты прав. Греби давай. Ну, графон водички, конечно, такой себе. Слушай, дядя теперь симулятор лодки, короче. О, можно сесть на разные стороны. Так, да, ну нам надо поделить их. Я беру правую, это ладно. У нас у лодки есть жизнь, если что. Да, да, да. Поэтому смотри, ты... А, я поворачиваю направо, а я налево. Налево, да. Ты прям в камни влез. Нет, нам надо вот так пройти, видишь, аккуратно. Нам надо еще баланс держать лодки. Вот давай справа обойдем. Почему ты решил узкий проход выбрать? Я люблю так делать. Подрули чуть-чуть. Подруливай. Я вообще не слышу, что они говорят. А он говорил про акул, про крокодилов. Эй, Винсент. Как думаешь, здесь в лесах водятся медведи? Тут и в воде медведи водятся, Лео. Можно подумать, я поверю. Похоже, наше мирное путешествие на лодке окончено. Впереди бурное течение. Давай, сруливай. А это что ты сделал? Сруливай. Выруливай. Я тут в панике. Интересно, а кстати... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нет, зачем ты рулишь, дурак? Я должен был что-то... Кстати, я же могу помочь тебе. Я же могу сделать так. Блин! Вы что-то не додумались. Да, мы... Подожди, как... Иди на эту сторону! Перепрыгивай! На ту сторону иди! А, левым стиком, да, он перепрыгивает? Да. Давай, рулим! Ты же это вначале делал. Еще! Куда ты ушел? Так, обратно! Держись, да тут за что можно держаться? Руки-то заняты. Да не сюда, что ты делаешь? Левее! Не-не, направо! Мать! Все, нормально, выравниваем. Да выравниваем! Налево! Мне кажется, мы не доплывем. Мы должны. Тихо. Все, я чувствую баланс. Крути. Крути? Что крутить? Греби. Все, здесь нормально уже. Остаток поездки должен пройти гладко. Да, я вижу гладко! Сейчас будет водопад. Думаю, ты слишком рано заговорил. Смотри, вперед! Воу-воу-воу-воу! Мать честная! Почему Holy Shit перевели как мать честная? Святые пассатижи! Нет! Тихо, подруливаем! Нормально. За ворот? В ту сторону. Нет! Давайте жизнь правее! Нормально. Блин, это было прям красиво. Поток воды, да. Я тут сжалась, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У нас, кстати, 5 зрителей. Всем привет. Подожди, хватит на зрителей смотреть. Мы тут пытаемся выжить. Да это не важно. Между прочим, вода уже набирается в лодку. Смотри, луна какая красивая. Самое время на луну посмотреть, да? Ну, мне кажется, это... Так, направо? Подожди, стой, нас смывает вообще, хрена. Watch out the rock. Can't stop. Нет, ничего не делай. Вот сейчас... Can't stop the rock. You can't stop the rock. You can't stop the rock. You can't stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop. Woo! Левее. Я беру. Давай так, перепрыгивай. Правее. Я? Ну, конечно, почему бы и нет? Нам надо выпрыгнуть из нее, походу. Так, я норм. Элвис! Это я норм. Элвис, тащи! Элвис! Чё ж тебя вечно тянет к гравитации? Элвис! Давай сюда, Хью Джекман! Элвис, я жить хочу! Я еще не выпустил свой...
самый, Люди X. Я еще не получил Оскар за Логана, да? Да-да-да-да-да, Логан. У тебя руки скользкие. Нет! Так, подожди, стой. Я выберусь. Подожди, я должен тебе помочь. Да я вижу, ты помогаешь вообще, ты ни хрена не помогаешь. Руку, давай руку. Блин, какую руку, ты что прикалываешься, у меня их две всего, одну тебе отдам, с чем я останусь сам. На. Должна была играть трогательная. Да, вот она, вот та самая. Я потом может на монтаже. Давай выбираться отсюда. Ну это было экшен. Да, вообще, мне вот прям зашло. Вот эпизод с машиной и потом с лодкой, прям такой гоночный, да? Вот игра довольно хорошо может удивлять на самом деле. Я прям не ожидал. Много разнообразного геймплея. Ну, что теперь? Слушай. Я знаю, о чем ты думаешь, но добраться до Харви будет нелегко. Я знаю, но я с ним расквитаюсь, с тобой или без тебя. Ты сдохнуть хочешь? Я хочу с ним разделаться, он хладнокровный убийца. Из него мир станет только лучше. Презрительный взгляд. Немая сцена. Ты так мне и не рассказал, Лео. Что за история у тебя стряслась с Харви? До того, как я попался, мы с Харви сорвали большой куш. Банк ограбили? Нет. Ты когда-нибудь слышал о Черном Орлове? Ты шутишь? Бриллиант? Как вам удалось это провернуть? Тщательное планирование немного удачи. Так что случилось? Все шло как по маслу, у нас даже был покупатель. Но у каждого жадного засранца были другие планы. Типичная сделка по продаже бриллианта. Да-да-да. Чемодан должны перетащить. Чемодан с деньгами? Тогда он у нас не был настолько большой. Еще не отрос. Там все, посчитай. Да, ты за плохих парней. Да. Looks about right. Полный порядок ты должен был сказать. Нет, это он сказал. Да? Другой чувак, да. Помню. Еще обо мне всегда можно доверять. Я никому не доверяю. Друг мой, да, это я говорил. Все перепутали. Ну ладно, не суть. Ну там не подписывают имена. Ну, могли бы подписывать. Что скажешь? Слушай, вечером я думал. Так точно. Приятно иметь с вами дело, парни. Взаимно. Отдай портфель! Какого хрена ты творишь? Дай мне чертов портфель, Лео! Отдай немедленно! Это Харви, да? Походу, да, это Харви. Ничего личного! Просто бизнес. Отдай мне портфель! Воу-воу-воу-воу-воу! Экшванчик пошел. Там прям когда в Матрице. Ой! Ты цел, брат? У меня была возможность как отпрыгнуть от тачки. Конечно же, я прыгну на нее. Next thing I know, и в следующий момент меня окружили копы. That's rough. I'm sorry. Жестко. Мне очень жаль. Поверь мне, это он будет жалеть. Я сделаю то, что должен, ради себя и своей семьи. И ты знаешь, где сейчас Харви? Я знаю одного из его парней, Рэ. Он уж точно в курсе. Тогда... Чего мы ждем? Отправимся за ним. Ты правда хочешь уничтожить Харви, да? Я же сказал, с тобой или без тебя, я с ним расквитаюсь.
Now kiss. Да-да-да. Окей. Окей. Alright. Отлично. Where can we find this? Где нам найти этого Рэя? Не переживай, его будет легко найти. Но сперва я должен убедиться, что моя семья в безопасности. Конечно. Let's go. Пойдем. И они ушли в закат. Начало самой хорошей дружбы. Да. Дружба крепкая не сломается. Так, это чей пиздюк? По-моему, это твой пиздюк, нет? По-моему, нет, Алекс, у тебя. А, ну ладно. А где у него большой нос? Это точно не мой пиздюк. Далеко не убегай, Алекс! Я уже жалею, что у меня такая жена. Мама! Мама! Что такое, милый? Что случилось? Опять? Опять приходы? Онемел. Он папку увидел, походу. Fugitives at large. Розыскуется живыми или мертвыми. Алекс, Алекс. Теперь Алекс тоже зэк, и ты сейчас за него будешь играть. Лео. Лео, могу задать личный вопрос? Да, конечно. Как вам с женой здесь оставаться вместе, учитывая твои небритые ноги? Мы всегда были вместе. Всегда их брили, понимаешь? Она знает меня лучше, чем я знаю себя сам. Мне было 12, когда я первый раз побрил себе ноги. 12 лет? Можно сказать, что мои родители на меня забили. Жаль это слышать. Да ладно. Я их почти не помню. Ноги? И, если честно, мне хватало того, что у меня Линда звучит как болезнь. Знаешь, мы постоянно убегали вместе. Таскали мороженое, сигареты, все такое. Мы всегда были против всего мира. Как Бонни Клайд, а? Ты по-прежнему так, в зависимости от обстоятельств. Вне зависимости. Да, я так и сказал, а? Иначе быть не может. Звучит круто. Он у тебя такой многословный, просто охуеть. Да вообще... Моя любимая роль в озвучке. Welcome to Pete Sunrise Trailer Park. Low rates, no pets, living, swimming. No swimming. No swimming. No swimming in this park. У нас постоянно, кстати, прыгают зрители от 3 до 5. 3-5-3-5. Ладно, поищем семью. И женщину, и мальчика. Прямо такого роста. Знаешь, где они живут? Их пришло переехать. Поэтому я был... Я знаю, давай просто поищем вокруг. Поищем, их найдем. А тут в трейлер-парке надо найти твою семью. Слушай, у нас, в принципе, время уже без 8:11. Ага. Да. Наверное, на этом тогда мы будем заканчивать. Иди обними меня, брат. Иди сюда. Ну, давай, давай обнимемся. Что ж ты, где симулятор плесканий в воде? А можно поплескаться, не знаю, в луже местной? Блин, это было прикольно. Да. Но нет ничего круче, чем подкидывать кур. Подкидывать кур или плескаться в воде? Блин, сложно. Тяжело выбрать что-то одно. Да. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, мы на сегодня заканчиваем. Да, эту часть мы заканчиваем. И, скорее всего, мы вернемся уже на следующей неделе и повторим. Я думаю, что... Продолжим. Мы продолжим уже вовремя, без задержек, потому что, ну... Да. Так уж вышло. Потому что в метро можно ехать, как выяснилось, короче, в две стороны, да? Не только вниз, но и вверх. Просто понимаешь, это как сбежать из тюрьмы, и ты такой вроде сбежал, а оказался во внутреннем дворике. Да-да-да. То есть ты просто сбежал из дома и оказался в метро. И такой, что делать? Что делать? Что здесь делать? Куда ехать? Вся моя жизнь — это вариативность, понимаешь? И главное, кур подкидывался в жизни когда? Кстати, да. Да? Да. Подкидывал кур? У меня есть деревня на Украине, и там у нас есть куры, курятник, и я их подкидывал. Серьезно подкидывал? Да. Так делают? Так делают. Блин! Ты же смотришь, как они типа летают. Охренеть! И спускаются с воздуха на землю. Да. Охренеть. Короче, вот я, короче, новую себе цель в жизни поставил, посмотреть, как ты попробуй поподбрасывать кур. Нет, ты должен сам попробовать это сделать. Если кто-нибудь из наших зрителей подбрасывал кур, тоже когда-нибудь
пиши хэштег подбрасывал кур. Почему бы и нет? У нас сегодня эфир упоротых хэштегов, все как мы любим. Запись на ютубчике. Да, ставьте лайк, если вам понравилась сцена в доме. Мне кажется, это была лучшая часть игры. Да, да. Но сегодня. Но мне, кстати, еще очень понравился экшеновый момент с лодками и с автомобилем. По-моему, это просто тоже было очень круто. Это было очень круто. Но мне также понравилось просто взаимодействие персонажей друг с другом, когда они вырубают фараонов. Это Way Out. Это тот самый кооператив, которого мы заслужили. Да, все отлично. До новых встреч на стримах, в прямом эфире, до новых встреч в кривом эфире на ютубе. С вами был Альбион Борос и Алексей Зуйков. Все, пока, до встречи.